Секретное что-то я приобрел для моих перьев, которыми рисую вот эту графику, ну и вот эту графику. Смотрите, вот такое перо звездочка, вот еще одно перо звездочка, и вот еще одно. Они все вот в таких чернилках. Короче, я их угробил немного. Вот это упало и погнулось, потому что эта металлическая часть очень тяжелая. Ее хватило для того, чтобы согнуть звездочку. Я выпрямил, но уже есть нюансы. С этим произошла та же история. Держатель из махагона, красное дерево, тоже тяжелое. И тоже погнулось. Сейчас распакую. Тут, понимаете ли, драгоценности. Растопыривайся, бумажка. И вот они. Лучшие в мире перья. Советские со звездочкой. С номером 11. Есть такое клеймо. Не знаю, что за клеймо. Может, Ярославский завод. Но вот это самый крутой продукт. Сейчас ставлю новые. Буду дорисовывать мои большие штуки. Первым начну доделывать вот эти вот тексты. И потом умножу эту композу. А потом Римини. Работы продаются. Уроки по такой графике в описании к видео. Лайк, подписка. Респект и перышкам. Меня зовут Эдуард Кичигин.